Праздник нам приходит, а с ним беспокойство пожарных служб по эксплуатации пиротехники гражданами. Качество и сертификаты соответствия фейерверков в магазинах Нарьянмара проверили сотрудники МЧС России по Ненецкому округу и уполномоченные по правам предпринимателей. Подробности смотрите далее. Новый год приближается. Жители Ненецкого округа готовятся отметить его весело и красиво. Разумеется, фейерверками. Но чтобы завораживающее зрелище не привело к несчастным случаям, важно соблюдать правила эксплуатации пиротехникой и быть внимательными при покупке товара в магазинах. Упаковка целая, нет никаких нарушений, нет следов там отсыривания, вскрытия. То есть все соответствует. Инструкция имеется, инструкция на русском языке. Мониторинг пиротехники в магазинах Нарьянмара провели сотрудники МЧС России по Ненецкому автономному округу и уполномочены по правам предпринимателей в регионе. На первом торговом объекте нарушений не выявлено, продавца еще раз проконсультировали о правилах продажи пиротехнических товаров. С 18 лет вся пиротехника продается. Уже потихоньку начинают покупать. Ну, основной поток покупателей будет с 20 числа. При продаже петард Павел и другие продавцы предупреждают покупателей о необходимости соблюдения правил безопасности при эксплуатации и дают памятки. Сами же товары хранятся в недоступном для покупателей месте – за стеклом витрины. Рядом установлен огнетушитель. В следующем магазине пиротехническая продукция хранится под замком в металлическом контейнере на заднем дворе торговой точки. Вместо прилавка с продукцией – прайс-лист и изображение фейерверка. Есть прайс-лист на стенде, есть на телевизоре, можно просмотреть ролик, как они, саму красоту этих салютов, вот, сертификаты качества, все остальное тоже присутствует. А по поводу сроков, то все полностью у нас просмотрено, мы за этим очень следим. Даже те, которые вот подходят месяц-два, мы их уже не идем на продажу, мы откладываем. Есть коробка отдельная отложена и пойдет на утилизацию. Это уже с высшим руководством будут приезжать и их забирать, чтобы мы их здесь, естественно, мусор не выбрасывали на свалку. По итогам мониторинга нарушений не выявлено. Товары пригодны для использования и хранятся с соблюдением правил. Мы видим о том, что бизнес ответственно подходит к исполнению своих обязанностей. Товар качественный, соответствует требованиям, срок годности не истек. Работники магазинов, продавцы проконсультированы о правилах продажи. Видим о том, что правила соблюдаются. В большей степени безопасность при использовании пиротехнической продукции зависит от самих граждан. Важно соблюдать правила эксплуатации и внимательно читать инструкцию. Ознакомиться с инструкцией, все сделать в соответствии с ней, с ее требованиями. Ни в коем случае не допускать к установке, к активизации пиротехнических изделий детей. То есть дети только в порядке зрителей, на безопасном расстоянии, выбрано место, подальше от строений, от линии электропередач, от автомобилей. Вот. Ну и при уже непосредственном срабатывании пиротехники все находятся на безопасном расстоянии. После того, как пиротехника отработала, обязательно нужно убедиться, что все заряды она использовала. Вот. И после этого только уже убрать и утилизировать. Практически каждый год в Ненецком округе фиксируются несчастные случаи, связанные с эксплуатацией пиротехники. Поэтому будьте крайне внимательны, берегите себя и окружающих. Илья Сахаров, Катрина Тайбарей, Антон Водряков, телеканал «Север».